Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Некоторые задают вопрос, что такое реферальная ссылка, сейчас я попытаюсь объяснить. Ну, смотрите, любой бизнес, целью любого бизнеса является получение прибыли, это очевидно совершенно. Как бизнес получает прибыль? Прибыль бизнес получает от того, что продает какие-то товары либо услуги и получает за это в цену товара включена прибыль. Это тоже ни для кого не секрет. Но для того, чтобы получить прибыль, то понятно, что любой бизнес заинтересован в том, чтобы как можно больше продавать, как можно больше продавалось вот этих товаров или услуг. То есть он заинтересован в клиентах. И что делает бизнес для того, чтобы получить клиентов? Ну, традиционно бизнес всегда делал рекламу, скажем, для привлечения клиентов. Что такое реклама? Когда бизнес делает рекламу, он платит за нее деньги. И когда ты платишь деньги за рекламу, я плачу деньги за рекламу, например, да, то, соответственно, будет от этой рекламы клиенты, будут ли продажи после этой рекламы или нет, никто не знает заранее. То есть я деньги плачу, будет от этой рекламы польза или нет, не знаю, неизвестно. Если пользы от рекламы не будет, то, соответственно, деньги на рекламную кампанию упущены впустую, и так бывает довольно часто. Вот. И сейчас вы знаете, что довольно много бизнесов работают в интернете, реализуют свои товары через интернет. А что такое интернет? Интернет – это ссылки на какие-то сайты. Вот. И поэтому для того, чтобы клиент зашел на ссылку, значит, ну, зашел на сайт, нужно, чтобы он воспользовался ссылкой. Так вот, с каких-то пор появилась возможность внутрь ссылки для того, чтобы отслеживать, откуда пришел клиент на данную страницу, там зашиваются двумя методами get и put различная информация дополнительная для того, чтобы проследить, откуда человек пришел на сайт. Но в эту же ссылку можно зашить и конкретного человека, который приведет. Что такое реферальная ссылка? Давайте на примере. Смотрите, я не отрицаю, что я вот Демитков Юрий, и я являюсь автором курса «Биржа для чайников». На этом курсе я обучаю людей азам работы с биржей, то есть те, кто уже понимает, есть люди, которые не знают, как работать на бирже, как работать с биржевым терминалом, они очень этого боятся, многие опасаются, и таких людей очень много. И я разработал курс «Биржа для чайников», потому что я сам в свое время сталкивался с многочисленными проблемами, и я понимаю, что это за проблемы, я объясняю это людям, как не потерять деньги, как решить какие-то простейшие задачи, чтобы максимально просто начать уже зарабатывать деньги на фондовом рынке. Вот, я разработал этот курс, я его провожу, «Биржа для чайников», и, естественно, я заинтересован в том, чтобы как можно больше продавать этого курса. Но есть у меня благодарные, во-первых, клиенты, которые прошли этот курс и которые говорят, что да, это очень-очень полезно, во-первых, во-вторых, ну, я веду, скажем, ну, канал для людей, которые, я убеждаю людей, что надо зарабатывать, и что надо не только зарабатывать, но и откладывать деньги. А многие говорят, ну, а где же мы возьмем, если денег нет? То есть мы не можем заработать начальные деньги. И я придумал вот способ, как заработать людям деньги, то есть вот эту вот самую реферальную программу. Ребята, давайте зарабатывать со мной. Чем могу, тем могу, тем помогу. То есть вы поможете мне продавать мой курс «Биржа для чайников», а я дам вам часть своих доходов. Что в этом такого? Ничего. Теперь смотрите. Ну, мой курс «Биржа для чайников», ну, скажем, стоит в среднем 4000 рублей. Если я даю рекламу, я плачу, например, 10 тысяч рублей, то от этой рекламы должен быть отклик, чтобы я получил прибыль. Я не знаю, получу я эту прибыль или нет. Здесь я говорю, ребята, вы можете зарегистрироваться в качестве моего партнера и получить реферальную ссылку. Сейчас я вам это покажу на примере просто. Вот, смотрите, заходим в любой браузер и набираем вот такой адрес. Demitkov, justclick.ru и через слэш join. Что такое join?
подсоединиться, присоединиться. Вот здесь простейший сайт «Стать партнером Демиткова Юрия». Но, к сожалению, я не могу стать партнером самого себя. Это, ну, как бы невозможно. Вот. Но здесь у вас будет небольшая анкета, где вы можете зарегистрироваться в качестве моего партнера. После того, как вы регистрируетесь в качестве моего партнера, а что такое биржа для чайника? Он продается через систему инфобизнеса, и для управления вот этим инфобизнесом есть различные программы. Ну, в частности, вот в данном моменте, в данном примере, это программа JustClick. Это сервис для управления инфобизнесом. И в этом сервисе я зарегистрирован, я за него плачу деньги, вот, но для вас это будет бесплатно. Вы заходите туда в JustClick, регистрируетесь в качестве моего партнера, и у вас будет возможность сгенерировать вот эту самую ссылку. Смотрите, что получается. У вас получается ссылка, она немножечко такая подлиннее, но там будет зашито именно то, что на этот сайт человек пришел через вас. При этом человек видит точно тот же сайт, который человек видит, когда переходит по моей ссылке. Он переходит вот сюда, человек. Вот, биржа для чайников. Вот, человек видит биржа для чайников, но в данном случае вот человек видит demitkovjustclick.ru, но здесь через слэш будет еще какая-то информация, которая просто считывается сервисом JustClick, и она тут же пропадает с экрана. Все. Но JustClick при этом регистрирует того человека, от которого пришел вот данный клиент. Смотрите. И он пишет, здесь для тех, кто ничего не знает, там практически онлайн-курс, биржа для чайников, самый лучший в интернете и так далее. Вот. Здесь есть вариант бесплатно. Курс в записи за 3000 рублей, живой тренинг 5000 рублей. Ну, как бы здесь есть варианты, какая-то информация, вот записаться на тренинг, человек оставляет свои данные, но он регистрируется, и получается, что он регистрируется, уже система фиксирует у меня, что вот данный человек, даже если он взял бесплатный курс, он пришел от вас. И потом, то есть вот этот человек закрепляется навсегда за вами. И потом, даже если он купит там через какое-то время, а многие люди покупают курс через какое-то время, после того, как они попробовали, они понимают, что это необходимо, вот, осуществляется продажа, и там, ну, 1000-1500 с каждой продажи я выплачиваю, так сказать, ну, тому человеку, от которого прошла первая регистрация. Здесь в чем суть? Система JustClick это отслеживает. Я не имею возможности даже доступа изменить, скажем, партнера при всем желании, потому что если партнер зарегистрировался под вами и сделал покупку через JustClick, то у меня здесь есть система продаж, и я вижу в счете, что да, этот человек пришел через вот данного партнера, и там есть кнопочка «Выплатить вознаграждение партнерам». Все, я выплачиваю вознаграждение партнерам. Смотрите, что происходит. Я разработал курс «Биржа для чайников». Я его веду, я автор этого курса. Я организовал всю вот эту систему продаж, я организовал этот сайт. То есть я сделал все. Я вложил сюда деньги, я веду вот эту систему. Вы ничего не вкладывая, просто берете ссылку реферальную и делитесь этим со своими друзьями. Но я не знаю ваших друзей, вот в чем дело. Поэтому у нас здесь взаимная выгода. То есть мне выгодно, что вы, так сказать, что у меня курс продается тем людям, которые, так сказать, ну как бы я не достучался своей рекламой. А вы достучались, это здорово. Вы помогли мне, я помогаю вам. Ничего зазорного в этом нет. Вот что такое реферальная ссылка. Реферальная ссылка – это великолепная возможность заработать, сделать начальные деньги тем, кто не имеет опыта работы в интернете. Сейчас реферальные ссылки распространены кругом, есть масса всяких сервисов, которые через реферальные ссылки позволяют зарабатывать. Но почему есть отрицательное какое-то вот отношение у некоторых людей к реферальным ссылкам, к реферальным программам? Потому что по реферальным ссылкам также можно и
получить не очень качественный товар, вот, продукт. Но здесь уже как бы надо выбирать, на какую компанию работать, с какой компанией работать. Ну вот, посмотрите в мои честные голубые глаза. Я честно говорю, что да, я продаю курс биржи для чайников. Да, он приносит пользу людям. Да, я стараюсь это сделать. И да, я получаю за это деньги. И да, я выплачиваю часть вознаграждения вот тем людям, которые... ну, которые привели ко мне новых клиентов. В этом нет ничего зазорного. И я делаю все, чтобы клиенты, которые купили у меня курс биржи для чайников, были довольны. Вот я надеюсь, что я объяснил, что такое реферальная ссылка. То есть реферальная ссылка – это очень хорошая штука, которая помогает делать деньги в интернете. Надеюсь, что это видео было вам полезно. Нажимайте на ссылочку в описании, регистрируйтесь в качестве партнера и поделитесь этим видео со своими знакомыми. Потому что моя партнерская программа имеет несколько уровней. Но об этом позже. До встречи, с вами был Демятков Юрий.